Крымско-татарское гостеприимство, теплая дружеская атмосфера и около сотни уникальных работ крымских мастеров. В Крымской республиканской научной библиотеке имени Ивана Франко состоялся вернисаж художественной выставки декоративно-прикладного искусства «Крым с любовью». Это часть проекта «Крымский стиль», объединяющего художников и ремесленников, которые с исследовательским интересом и огромной любовью сохраняют многовековую историю и культуру Крыма и крымских татар. Куратор выставки – заслуженный художник Украины Мамут Чурлу. Ну, цель выставки точно такая же, как и всех остальных выставок – показать зрителям достижения крымско-татарской культуры, крымско-татарского декоративного искусства, которое основывается на глубоких древних традициях. Уникальные изделия декоративно-прикладного искусства, а также предметы быта крымских татар выполнены из различных материалов и в разных техниках. Здесь представлены роспись на стекле и по дереву, керамика, ткачество, ювелирные украшения, проекты интерьеров, графические работы и многое другое. Санлар бар, сыны бар, чоқ шилер болен, джезбелер бая бар, неме чығырық олсын, хашық олсын, болен чоқ нелер бар, айта, мирахамлы шилер бар. Бұ қадар усталар, бұ кеп, мында болен, болен яқшы дүйгілар не алиық. Это дуалық, это как бы старый город, это родовое древо. Очень приятно вообще поучаствовать в таких выставках, да, это уже как традиция у нас такая ежегодная. Выставка «Крым с любовью» погружает каждого посетителя в настоящий крымско-татарский мир. Чок куванчлы, ресимлер, ишиялар, чокши юрегме тесиретті. Нечен десеңіз, мына дуғы, боле дуғылар бар, куванчлы, мына дульбер, ачық-ачық реңкілі ресімлер, олар о қадар сыжақ келе, мына бар вақты, бар седасына яқылашқанымыз көрініп тұры. Очень на высоком уровне все организовано. Здесь представлены наши ремесленники. Именно возрождение идет ремесла утраченного. И мне приятно видеть, что с каждым годом, во-первых, все больше и больше появляется ремесленников, новые направления открываются. И интересно посмотреть на работы наших мастеров. Посетить выставку можно до конца февраля, а крымские мастера уже начали подготовку к новой выставке, которую презентуют в апреле. На ней ремесленники представят свои новые работы.